кажется, твои мольбы были услышаны. Нет. Даже сам Смотритель не спасет нас здесь, на открытой воде. Это было слишком легко. Я в такое не верю. Здесь слишком спокойно. Я не чувствую ни ауры, ничего. Как ты говорила, за нами могут наблюдать издалека. Ой. Чем ближе мы к бреше, тем холоднее становится. Брешь меняет все. Она приносит хаос. Но снег наименьший из наших бед. Вот они. Закончите начатое, если сможете, конечно. И не сомневайся. Им просто повезло. Лучше бы тебе... Лучше бы мне что? Будешь делать, как я говорю. Ты знаешь, почему мы здесь. Ха! Из-за вашей взаимной одержимости. Да. Как ты заставишь их? Заткнитесь, придурки. Да как ты смеешь так с нами говорить? Сестра, это они... Но я все еще не чувствую их ауры. Эй, вы двое. Мы вам не мешаем? Просто убей их. Ха-ха-ха-ха-ха. Поиграем с нашими новыми игрушками. Проверим их силу. Вы еще узнаете. Ха-ха-ха-ха. Тогда, может, присоединитесь к нам. Вы хотите? Мы знаем. Никогда. Они бесполезны. Уничтожь их быстро. Потом найди меня. Быстро? Нет. Мы хотим посмотреть, на что способно новое тело. Какую боль оно может причинить. Не умирай слишком быстро. Лучше кричи. Ха-ха-ха-ха-ха. Теперь я чувствую их ауру. Они слишком сильны. Нужно убираться отсюда. Сестра... Я теперь, я вижу, это создание, это химеры. Что? Должно быть, они не погибли, они стали запредельными. Осторожнее, сестра, впереди. Что за... Проклятие! Не думайте, что вам удалось скрыться. Они стали чудовищем. И полностью потеряли рассудок. Главное, что нам удалось оторваться. Но они все еще рядом, рыскают, ищут нас. Мне страшно. Давай попробуем уйти от них подальше. Глупые девочки. Убегать бесполезно. Это лишь продлит вашу боль и наше удовольствие. Ха-ха-ха-ха! Они зарыли землю? Они под нами готовятся атаковать. Слишком медленно. Быстрее.
Прочь с дороги, ублюдки! Мы должны сразиться с ними, выбора нет. Будем стоять до конца, используем всю доступную силу. Они этого хотят. Что если мы потеряем контроль и станем запредельными? Если это потребуется, пусть будет так. Но мы заберем их с собой, клянусь смотрителями. Я с тобой, сестра. Помилуй нас, судья. Не ждите пощады, только боль. Ха-ха-ха-ха-ха. Хватит стоять просто так. Покажите, на что способны. Мы предлагаем одно. Волнующую смерть. Волнующую для нас. Ха-ха-ха-ха. Невозможно. Мои удары просто бесполезны. Они не могут быть неуязвимы. Их аура, как далеко они готовы зайти. Вдруг это наш шанс. Не останавливайся. Кажется, я поняла, о чем ты. С вами весело играть. Жаль, что скоро игра закончится. Как пробить их броню? Сестра, мы не справляемся. Их слишком много. Нет. Я заберу тебя с собой. Прошу, они слишком сильны. Что? Что? Откуда ты тут взялся? Почему вы здесь? Нет, что вы делаете? Наше лицо! Как вы посмели? Я посмел. Это чувство и место. Брайя была сокрушена, а я оказалась здесь. Из страха или отчаяния. Она снова пыталась поглотить мою ауру. Сестра, позволь мне помочь тебе, пока еще не поздно. Что случилось с ними? Они обезумели, словно звери. Сестра, что происходит? Почему все кричат? Люд, закрой глаза, я с тобой. Я не понимаю, где мама, папа. Не переживай, Люд, давай сначала найдем безопасное место. Но что, если с ними что-то случилось? Я правда найду их. Я приведу их, обещаю. Ты оставайся на месте. Нет, пожалуйста, не оставляй меня одну. Сейчас нужно побыть смелой, Люд, нам обоим. Я скоро вернусь. Спрячься и молись смотрителю. Молись, пока я не вернусь. Может, он услышит. Конечно. Пусть несущий свет. Пусть несущий свет озарит мой путь. Путь не... Да поможет нам судья. Мы были бессильны. И так напуганы.
Как мы могли понять, что произошло с нашим миром? Мы лишь хотели, чтобы этот кошмар закончился, но пути назад не было. Я почти на месте, почти. Мама, папа, Брайан, нет, беги. Найди Люд. Спаси ее, спаси, беги. Нет, папа. Нет. Нет. Нет, прочь от нее. Мама. Он бы никогда не тронул ее. Это не мой отец. Такого не может быть. Люд? Она в опасности. Я должна вернуться. Она мне не рассказывала. Теперь я знаю, почему. Она хотела защитить меня от того, что видела мама, папа. Никто не заслуживает такой судьбы. Бедная Бриам. Она перенесла все это в одиночку. Сестреночка, мне было так страшно. Где мама? Где папа? Где они? Они. Люд. Остались только мы. Нет. Нет. Ты врешь мне. Люд. Люд, пожалуйста. Прошу, я знаю. Нужно уходить. Нам надо найти безопасное место. Мы не можем уйти. Мы не можем оставить их. Я недостаточно сильна, сестра. Мы будем сильнее вместе. Мы будем вместе всегда, обещаю. Люд. Что это такое? Беги, Люд, беги! Сестра! Нет! Люд! Я не могу сдержать обещание. Тебе нужно бежать. Нет. Ты сказала, что мы сильнее вместе. Если ты останешься, я не смогу защитить тебя. Уходи. Я не оставлю тебя. Никогда. Как же больно. Я не могу. Мой глаз скверно распространяется. Пожалуйста, я не хочу. Больно. Ты должна уйти. Одно касание, и ты стала монстром. Лишь царапина, и ты не человек. Оскверненное чудовище. Она пыталась мне сказать, что убьет меня. Но мне так было страшно оставаться одной. И теперь мы все время вместе. Так ведь, сестренка? Тот день мы должны были погибнуть, как и все в деревне. Но мы выжили. И вместе стали сильнее. Я горжусь тем, что я рядом. Я не дам тебе забыть данное обещание. Я здесь, сестренка. Я же сказала, что не оставлю тебя, что бы ты ни сделала, что бы со мной ни случилось, услышь меня. Не сдавайся, ты не монстр, ты можешь сопротивляться. Бря, нет, сопротивляйся. Ты должна